Эта народная тропа теперь не только не зарастет, но еще и будет в асфальте. В далекие советские времена на газоне возле 210-го дома на проспекте Победы находился тротуар. Правда, его ремонтом долгие годы никто не занимался, поэтому покрытие разрушилось окончательно. С тех пор череповчане сами зимой и летом протаптывают здесь дорожку, чтобы сокращать путь к остановкам. Поэтому сейчас строители восстанавливают этот подход. Участок длиной порядка 100 метров, ширина 2,5 метра. Работы хотели провести еще в 2021 году в рамках комфортной городской среды, однако получилось только в этом и по программе ремонта тротуаров. Программа у нас рассчитана на 25 тысяч квадратных метров по всей территории города. Большая часть это такие объемные участки, это, допустим, улица Столиваров, которую закончил подрядчик, это Гоголя, который сейчас работает, и улица Красная. Это самые такие большие участки, остальное у нас точечно это все. Стоимость 60 миллионов рублей. Еще один тротуар, который приведут в порядок вдоль Олимпийской 23. Сам дом построен в 1984 году, и, естественно, пешеходная дорожка со временем испортилась. Во многих местах асфальт уже растрескался до земли. В этих ямах образовываются лужи и грязь. Через этот тротуар проходят маршруты к детским садам, школе, торговому центру, санаторию. Поэтому горожане ждут благоустройства с нетерпением. Да каждый день мы по два раза ходим, гуляем с ребенком, и поэтому очень важно, да, дорогу. Тут вот именно вот этот вот промежуток прям... Ноги можно сломать, и колеса тоже. Но на этом обновление территории на углу перекрестка Олимпийская Победа не закончится. В прошлом году у 210-го дома построили новую ливневку, так как вода постоянно скапливалась у первого подъезда и уже начала подтапливать фундамент, вспоминают местные. Тут просто лужа была большая, а бабушкам-то старым, ну, плохо выходить-то им. Что им не перейти, ничего. Так, все, вот сейчас разрулили, так. Все нормально будет. Однако в этом году выяснилось, что теперь вода стоит в другом месте, возле магазина. Коммунальщикам предстоит решить и эту проблему. Сейчас будем отпускать дождеприемный колодец и выводить асфальтом всю воду уже в него. Все ремонтные работы выполнят в августе. Также уже анонсировано, что в будущем дворы на Олимпийской 23 и Победы 210 ждет реконструкция. Проект уже разрабатывается. Александр Шагичев, Сергей Павлов, новости.